дистанции не раз входила в число призеров. Здесь на третьем месте пока держится россиянка Елена Коровкина, она серебряный призер чемпионата России, Наталья Аристартова бронзовый призер чемпионата России 2013 года на 3000 метров. Результаты наших девушек достойные в текущем сезоне. Ну, если говорить так по-серьезному, то они в числе лидеров сюда прибывали на чемпионат Европы. И на финише, смотрим уже финиш, конечно, здесь результат высокий, 8:58:50, но высокий в каком-то роде, конечно, результат.